Старшеклассница Таня Наветкина, прочитав в интернете объявление об акции, решила, она обязательно примет участие в этом важном деле. Вместе с другими ребятами она принесла и сдала в общий котел тетрадки, карандаши, ручки. Ну, я считаю, это важно, потому что обучение это должен получить каждый, а не каждый может себе это позволить. Второй год 7-я школа города Видного участвует в акции. И в прошлом году собрали такое количество канцелярских принадлежностей, что нуждающимся ученикам их раздавали в течение всего года. Это идея управления образованием, которую охотно подхватили все школы абсолютно. То есть такие пункты доброй помощи находятся абсолютно в каждой школе. И мы уже второй год это... Идея понравилась детям, и каждый ребенок адресно получил те подарки, которые собрали все. Акция этого года проходит с 20 по 31 августа. Но по предыдущему опыту в приемные пункты школьные принадлежности будут нести еще до середины сентября. Желающих поделиться излишками много. Я хочу, чтобы у всех было все хорошо и делиться... Надо. Я поделилась всякими альбомами, красками, карандашами. Уважаемые жители города Видное, Ленинского района, обращайтесь. Пункты такой помощи есть в каждой школе. И приносите побольше, пожалуйста, того, ну, чем вы можете поделиться с другими. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.